7:41. Сегодня много тем у нас. Что такое? Бывают дни, когда накапливается различная информация, знания. И потом только раз, как-то они прорываются, оформляются, во что-то притворяется, подвигает к тому, чтобы ты изменился, что-то в тебе изменилось, либо ты что-то изменил. Начнем с того, что порекомендовала посмотреть канал Виталия. Знаете, как любой человек, там информацию, или вот зашел он там в комнату, он ее оценивает по нескольким параметрам. Что-то ему западает в голову, что-то там потом вылазит. Значит, ну, во-первых, кстати, я применял. Можете у меня на целебной кулинарии посмотреть. Это часы. Нагляднее всего песочные часы. Так как у меня передачи были не более 20 минут, вот как раз они были рассчитаны где-то на полчаса. Для того, чтобы потом можно было из всего этого материала выбрать 20 минут. И к тому же, почему полчаса? Техника отрубалась, фотоаппараты Canon. После 30 минут видеосъемки они сами отключаются. И вот тут прекрасный ход. Это то, что ту или иную, ну, говорить, информацию или там передачу для интернета народ не намерен смотреть там более 4 минут. Ну вот где-то 8 уложится. И все, надо закругляться. Поэтому желательно подбирать какой-то такой яркий, маленький, так сказать, кусочек знания. Постараться поинтереснее изложить, разбавить юмором, ну, чтобы это было по-человечески. И нормалек. То есть вот такую вещь, да, я для себя вынес еще из передач Виталия Островского. Далее. Ну, до этого я это посмотрел, какие темы в Ютубе. Давно посмотрел еще. Наиболее популярные я уже озвучивал. Что, естественно, если зарабатывать деньги на Ютубе, то темы здорового образа жизни, они не столь популярны, как темы для детей в виде мультиков. Причем мультики я как посмотрел, какой-то примитив, ничего такого сложного. И собирает миллионные просмотры. То есть, я думаю, если зарабатывать на Ютубе, заняться именно вот этим. Это, так сказать, хобби.
Вот, как раз у меня, так сказать, с музыкой я потихонечку работаю, просматриваю, все думаю, что-то более, так сказать, плотно делать. А с программами, ну, начать для рисования, для создания мультиков, наиболее такие простые. Сейчас, насколько я понял, это возможно сделать все это дело. Продвинулось не то, что раньше было. Вот это первая тема насчет заработка в интернете и вообще учебы. Я уже не раз говорил, повторюсь, в любом возрасте надо учиться, жизнь меняется, и если ты не успеваешь за этим делом, то вначале, если ты был впереди за счет чего-то, в дальнейшем оказываешься не у дел, и при этом никак не можешь понять, как же так произошло, как случилось. А вот так случилось, что ты отстал, не влаживаешь в себя, в свое образование.